Лучший отдых – это отдых с пользой для здоровья. Этот тренд здорового образа жизни возвращает популярность санаторно-курортного времяпровождения. Основные лечебные профили – это заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, мочевыделительной системы, органов пищеварения, водолечение. Это соли различные в ассортименте, бишофит, йодобромная, хвойная, антицеллюлитная, эмульсия, белая, желтая, скипидар. Для многих показаний, противопоказаний практически нет. Это физиолечение электросвета, теплолечение, гальваногрязь, электрофорез, магнитотерапия, лазеротерапия, ультрафиолетовое лечение. Одна из главных проблем деловых людей – нарушение сна – решает магнитотерапия. За счет вихревых токов магнитное поле распределяется по всему телу, что позволяет одновременно влиять на нервную, эндокринную, пищеварительную и сердечно-сосудистую систему. Боли в спине от офисного образа жизни здесь решаются с помощью аутогравитационного вытяжения позвоночника. Метод основан на том, что кушетка поднимается под определенным углом и создается условие для вытяжения позвоночника по оси. Таким образом мы увеличиваем расстояние между межпозвонковыми суставами, между позвонками и устраняем компрессию дисков. Таким образом протрузии вправляются постепенно, устраняется мышечный спазм, избавляем пациента от боли, выравниваем позвоночник, то есть устраняем явление сколиоза. Еще одна физиотерапевтическая идея – сухая углекислая ванна. Помогает при нарушении кровообращения, артериальном давлении и чувстве усталости. Особенно подходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым не рекомендуется принимать горячие ванны. О пользе массажа можно говорить бесконечно, но в нашем случае позвольте представить вам роликовый и водный массаж. Ролики и водный напор массируют мышцы вдоль позвоночника, расслабляя их, заставляя позвонки отодвигаться друг от друга. Многие проблемы внутри организма начинаются в голове. Мы это очень часто замечаем за другими, но почти никогда не можем обнаружить в себе. В этом случае помогает профессиональный психолог. Человеку нужно вывести, чтобы он осознал эту причину заболевания у него, в том, как он относится к себе, к миру. То есть, если есть обида, работаю там со злостью, там, с гневом, все это очень глубоко упрятано. И человек видит, что не помогают лекарства. И тогда или врач его направляет, говорит, сходите на психотерапию. Или сам человек обращается, говорит, вот я эти таблетки пробил, там лечение прошло, но мне это не помогает. И тогда он приходит к психологу. Психолог переводится с латинского «советник». Психологическое консультирование – это совещание. Ну, вот тогда и начинается работа, когда начинаем выходить на корни его проблем. Еще одна примета современного санатория – наличие спа и косметологических программ. Кедровая бочка, тайский массаж, обертывание, банные процедуры – все это и многое другое превращает заботу о здоровье в настоящее удовольствие, что делает отдых во много раз эффективнее.